Да всякое. Да всякое. Она не в душе это дело, а в душе, это в среде, в которой ты воспитываешься. И она очень разная. Вот есть, знаете, там, ну, там, я раньше не верил в слово менталитет, да, вот говорят, ой, это сочинский менталитет, ой, это кубанский, кубаноидный, как ты, а это рязанский там менталитет. Сейчас, когда мы анализируем потребление людей, мы это видим. И, ну, я, может, ушел от слова душа, и ты там что-то более высокое хотел услышать от меня. Вот потребление — низменная штука. Сейчас Сочи очень сильно поменялось. Вот не сейчас, а давайте до Олимпийской так рассмотрим. До Олимпиады быть. И там сочинцы, которые там жили, очень многонациональный город, который потреблял лучше, чем все остальные. И они покупали самые яркие, самые красивые, самые нарядные вещи. И мы такие, а что они больше всех зарабатывают? Нифига, они могут там ремонт дома не делать или там, но кофе они выпьют на улице. Они могут там нечем, не знаю, машине масло не менять, но выйдут в красивом белом пиджаке. И мы поняли, потому что они живут в среде, куда все приезжают в белых пиджаках, пьют кофе на улице, они хотят в этой среде, ну, они как среда. Мы как среда. Ну и, конечно, такие вот бескультурные кубанцы, которые щелкают семечки, допустим, да. Ну, все щелкают, считается как бы нормально. В Техас приедете, посмотрите там как, все ли нормально с нашими, там у нас казачки, там эти ковбои. Так что тут она всякая, она может быть это вот это много, да нет, везде, больших, в каждой большой стране она вот такая вот. Широка страна моя родная.